Вон она, головка его! Да, нафиг, просто поймал. Ты когда-нибудь видел, чтобы сразу с двух аккаунтов стартовали, типа, играть? Тебя перед тобой противник, вообще невозможно так играть! Я думаю, это вообще сейчас будет легендарный видосик. И всем квакайо, братва, и сегодня, Мага, знаешь, что нас будет ждать просто сегодня? Максимально легендарнейший видос, потому что, пацаны, мы сегодня, точнее, я сегодня стартую две катки подряд за раз, то есть я сейчас с тобой союзники стартану, и у меня во второй аккаунт уже готов стартовать матчмейкинг. Ты когда-нибудь видел, чтобы сразу с двух аккаунтов стартовали, типа, играть? Это вообще, типа, нереально. Бро, только лягушки такое умеют, запускай катку. Так, все, я запускаю с двух аккаунтов, и я думаю, это вообще сейчас будет легендарный видосик. Так, у меня соревнователь не нашелся, надо, чтобы сразу нашелся союзник. Подожди, мы с тобой играем напарники, и параллельно ты будешь еще соревновательно играть? Да, и так это вот. Слышь, в этом-то вся фишка. Давай сначала напарники, Даня, выиграй, пожалуйста, а потом ты будешь соревновательный катать. Ты главное не с это, будет жестко. Мне главное, чтобы сейчас FPS сильно не падал, потому что если две катки подряд играть на разных аккаунтах, я знаю, что FPS может падать жестко. О, я уже прогрузился в этот, в ММ. У нас разминка в соревновательном еще минуты полторы, поэтому мы успеем сейчас раунд сыграть в союзниках. Так, 9 берем и лонг пушим, погнали по дефолту. Так, нам надо по фасту успеть сейчас сыграть, как минимум два раунда выиграть. Смотри, я сейчас хаешь. Иногда... Ой, а. Блин, я слышу звуки калаша со второго аккаунта, и я просто думаю, этот как будто что-то кипит. На лагу, на лагу! Чек зис, чек зис. Главное, лаги чтоб не были. О, лаги, лаги, лаги! Ой, блин! А, мы еще один раунд успеваем, пока у тебя разминка. Так, отлично, слышь? У меня еще 30 секунд разминки. Давай, успеваем, успеваем, успеваем. Так, я тут давай, спрячусь давай, пока. Давай. Все, отлично. А у тебя какая карта на втором аккаунте? На Сэндстоуне играю. А, ну все, мы в напарниках быстрее проиграем. Подожди. А, забей! Там вообще... А. А, это киберспортсмен! Мы против киберспортсмена в напарниках попались. У него мастер звание. У него клан, чекай какой. Диджей Хэсти, понял, все. ХЗ он музыку включает во время соревнований. Так, у меня ММ начался, слышишь, ты пока не сливайся, я сейчас спрячусь. Я тяну время, давай. Да, тяни время, можешь убить кого-нибудь, я сейчас пойду, короче, уничтожать сначала этот матчмейкинг по-быстрому раунд. Давай, давай. Если я сольюсь в матчмейкинге, я сразу к тебе лечу. А, все, я проиграл, все, а, забей, зачем так? Я пошутил. А, нормально. А тебя запушить могут на базе, ты в курсе? Отлично, нет, я спрятался там, аку. У меня спину, спину. Ай, стекло, убили. Все, я пошел утащить. Мага, а, меня, он с читом. Я не знаю, он меня за стенкой убивает. Тихо, вижу, сейчас отомщу за тебя. А, где они, алло? На базе. Вон там бомба. Я слышу звуки, выпили, короче, с как... другого аккаунта. Что за фигня? Вообще невозможно так играть. На, возьми калаш и просто сиди, жди. На, сиди, жди их и скинь мне там к дигл, что ли. Да не могу я так играть! Да, какой дигл? Можешь, просто жди. Вот возьми тебе. На лангу, жди их, и я сейчас по-быстрому выиграю ММ и вернусь к тебе. Найс, тащу! Калаш. Какой калаш, я в матчмейкинге, ты чё? Они повсюду! Меня, да я знаю, меня повсюду тебя пушат. Тебя перед тобой противник, свернись! Я, чтоб ты понимал, только что умер в матчмейкинге. А, бомба. Чтоб ты понимал, он такой перед твоим лицом. А, нет, 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 нет. Блин, ну почему так? Ну не знаю. Капец, это круто играть две катки подряд. Это знаешь, типа можно так вместе звание бустить, если ты эксперт какой-то. На лагу последний, Даня. Иду, подожди. У меня сейчас на А тут разнести надо матчмейкинг. Отлично, разношу. У меня ласт. Минус 64, ему дал 40 секунд, у тебя в напарниках. Он на лангу, в домике. Иду, из дигла уничтожать, чекай. Вижу. Вон она, головка его. Да, нафиг, просто поймал. Что? У нас противники втроем остались, это как? Может мне вообще не играть в матчмейкинг, раз у нас пацаны... Давай, просто... забивай, нам надо тут камбэчить последний раунд перед сменой. Давай. Давай я прокидку сделаем на ланг. Да я девятку уже пошел, я не успел, ты один. Так, ладно. Давай прокидку на лонг, дал хае. Там есть тип вдали. Он меня как-то попал, забей. А, я понял. Я понял! Они на базе вдвоем стоят. Один справа. Не, ты видишь, у меня из-за того, что FPS проседает, я стреляю в него, а пуля вокруг него летает. Это вообще нереально. У нас еще чувак кикнули, пока меня не было. Нормально, пацаны. О, надо быстро, пока наши тиммейты тащат в матчмейкинге, надо с тобой затащить. Дал шок ему. Отлично. Там же на лагу дал две пули. Три-четыре пули попал. Пошли, пушим. Я пушу. О, минус 84! Он одну пулю! Минус 84! У меня еще пацаны катку в матчмейкинге сливают, забей. А, они против троих слились.
О, отлично. Я на мужика дефужу зубе. Тихо, слышу. Ай, он тут сидел все время. Он даже своего тиммейта продал ради того, чтобы меня в спину убить. Фух, велю кикают, они меня, я испугался. Меня чуть не кикнули в матчмейкинге. Последний раунд, и мы проигрываем, напарники, забей, друг. Сидит в своей матчмейкинге на сильверах. Мне я просто позвал, чтобы я звание тут слил. Не-не-не, я тащу, тащу. Куда ты тащишь, там АФК стоит? Да какой это дроп? Мы два раунда подряд проиграли. У меня у самого дробовик, у тебя 4000 долларов. Купи быстрей. А, у меня нельзя купить, забей уже. Надо было сразу сказать. Придется сьюспа тащить, это легендарная катка, тащим сьюспа. Они написали go mid M40 забив, один на лонгу, один на миду. Да-да-да. Ой, главное, чтобы он мне случайно не попал в М40. А, найс забив на М40, минус 62 на пункту, минус 62 на пункту, сьюспа ему дал. Как попасть, как попасть? Он бессмертный, у меня, я в него... Ааа, боже, как мне... Страшно. Второй лол шпи минус 62. Я понимаю, мне непонятно, что делать. Боже, возьми 740, пожалуйста. Он бессмертный, да? А, все, найс. Забери оружие его, Фух, капец. Все, купи мне М-ку, купи мне М-16. Сейчас куплю всех, у меня тут и матчмейкинг еще продолжается. У меня еще раунд не взяли тиммейта. А М-16 мне купи у нас по закупка, у меня нет денег. Вот, куда? Возьми вот это. Я все, спасибо. Хаймакс, и себе купи. У нас пацаны в матчмейкинге всех подряд кикают, это жесть какая-то. На миду ласт. Ну и пика, не пика. А, на девятке! Не, у меня мышка лагает, забей. У меня мышка в бок убирает. Блюстакс, почините, если вы смотрите видео об Ова. Я тебе дам конфетку. У меня сожим чуть ли не улетел в стену. Все, же я сейчас это пойду уничтожу. Я понял, все, офигенно. Да нет, ты соло тащишь. Я понял, все, без проблем. Все, ластабиком убей. Он потный. Какой нож? У меня управление залагало, я думал, он меня сейчас зарежет. Даня, два раунда, хотя бы еще один выиграть в напарниках, так, и мы не будем позорниками. Я сейчас тебе драку куплю. Давай. Так, я сейчас обратно. Ой, я зачем Ави купил, боже, может с Авиком. Боже. Я сейчас пойду тиммейтам помогу выиграть. Да, убил лок. Отлично, я тоже помог тиммейтам, так, живи. Красава, мне помоги. Все, помогаю жестко. У меня бомба на лонгу. Он тут, ой, я его прокинул, минус 78 с хаишки ему забрал. Так, все, я... Одна пуля. Найс. Лучший. Все, ласт раунд у нас. Даня, мы должны тут затащить. Там ты в соревновательных успеешь выиграть. Давай, ладно. У тебя там 10 раундов в запасе, у нас последний раунд. У нас чел выиграл раунд, он задефузил просто. Найс, так, все, тащим. Все, капец, это легенда. Мы сейчас выиграем две катки подряд, это вообще будет жестко. Боже, как страшно, опасно. Один на лонгу, второй на миду. О. Лучший! Ласт на базе своей. Иди ко мне, он сейчас за бомбой побежит. Он. Nice! Убил, все. Мы выиграли! Все, иди! Выигрывай соревновательный, Даня! Сейчас так, посмотрим, сколько нам плюс дадут. Я сейчас Феникса походу апну. Найс, плюс 4. Плюс 15! У меня не повысили. Мне чуть-чуть не хватило до повышения. Все, закрывай это окно, чтобы там не лагало. Так, закройся, матчмейкинг. Ой, фигня, закройся, пожалуйста. Выход, быстрей. Все, отлично. Мага, ты со мной, надеюсь, будешь сидеть, чтобы я с тобой. Я держу тебя за попу. Осуждаю. А забей, может, мне вообще не надо было не возвращаться. У нас тиммейты просто сами тащат катку. У нас фейк вели просто уничтожает всех. Не, стой, давай. Вторую, реально. Вторая катка не закончилась, а мы вторую сразу стартанем союз. А, в напарниках, давай. Это быстрее залетай. Все. Запускай. Капец, это просто легенда видос, по-моему, пацаны. Надо за такой видос минимум 15 тысяч лайков набрать. Я уже лайк поставил, пока он еще не вышел, чтоб ты понимал. Пацаны, обязательно наберите 15 тысяч лайков минимум, и мы еще снимем видос. Две катки подряд запустим в матчмейкинг. Это тяжелый видос, Даня, 20 тысяч лайков, потому что ты играешь на двух окнах, и у тебя мозг просто не работает. Это невозможно. Да ну нафиг. Это знаешь, как очень круто тренировать мозг именно таким способом. Круто! Но ты мне ММ мог слить только что в напарниках. Давай эту катку в напарниках с М40 затащим. Давай. Блин, правда, у меня управление немного лагает из-за того, что у меня два окна открыто, поэтому будет немного с М40 сложно играть. У нас напарника катка началась, Даня. Я P350 купил. Все, я перехожу на P350. А, у нас противники с пингом 100 забей. На, заходит, Дань. Окей, иду. Дал. Найс. А что, может, мне... Сзади в спину зашел, тип. Все, тащи. Ты должен тащить. Боже, все, М40 закупаем, Даня. А, я не успел закупить М40, забей. На, возьми М40 быстрей. Найс. О, М40 монстр, найс. Тащи, на, зашел. Попал. Дробаш убил? Тихо. Он лоу ХП. Тихо, у него дробовик. Найс, машина, все, отлично. Изи. Так, я пошел. Это катка 8-0. Скинь М40 сразу, чтобы если что, у меня. Давай. Я сейчас пока тиммейтам помогу выиграть. Меня убили, все, я с тобой. Мид. Вот. Даня, помоги! Давай. Найс! О, меня повысили. Стой, подожди, я хочу посмотреть, сколько дали. Плюс 24 в моей медали, чекай. О, вторая звезда есть. Теперь вот эту катку тащи, быстрей! Я с две катки подряд выиграю. Одним разом, это вообще легендарно.
Мы уже плюс 39 получили. Ой, залагало, залагало. Вот. Я выхожу со второй катки и иду тащить тебе каточку. Кстати, да, что я хотел сказать. Пацаны, набираем минимум 15 тысяч лайков, и мы снимаем, короче, вторую часть, и две катки подряд запускаем в матчмейкинг. Это вообще будет жестко. Вместе с Магой. Да, Даня, слышишь? Да, иду. Боже, что за лаги начались? Алло, что за лаги начались? Вон тут справа чекай. Он в углу слева. А, ну спасибо, что пользуешься моими лагами, спасибо. О, ну сейчас будет легендарный камбэк. Ну, мы обязаны, кстати, мне апнуть побольше звания. Мид пушим. Давай, давай. А, я понял. А, я понял. Уважаемый стендов, можно сделать так, чтобы я с пингованными людьми не играл. Они за стенкой видят заранее, они выходят заранее, они выйдят тебя наперед, потому что у них соединение с сервером виртуальное идет намного дольше, нежели чем у нас. У нас быстрее, но они нас видят заранее, как будто бы у них 300 герц мониторы. Фига, это читы получается. Ну да, это легальные читы, пинг это легальные читы. А, он телепортируется у меня вокруг этого, вокруг моих пуль. Ну вот, видите! Найс. Я удаляю стендов. Если у тебя будет 20 тысяч лайков, я удалю стендов. Ой, имба, пацаны, надо собрать по-любому. И второй части не будет. Не-не-не, будет. Ты потом заставишь меня установить обратно. По фактам. Так, пойду уничтожу вас. Там еще один на КТ. О, хедшотик получил. Найс, все, мстим полностью мстим им. ХЗ разносим лучше, а не мстим. Они нам ничего плохого не сделали, чтобы им мстить. О, у меня один ХП с хаешки снесли, офигенно, живу. Я на А зашел. А, минус 27 хедшотик, спасибо. Они в кишке. Один справа, наверное, будет еще. Да, я читаю. Давай, добивай кишку. О-о-о, машина! Я машина! Опа. Тут чел, я его не смог убить. Ну, спасибо большое за стенку меня. Не за что, закрой рот. За стенкой меня стендов гасит всегда. Настя, ты рэп сочинил уже? Стихи эти посвящаются стендофу. Пацаны, запомните эти стихи и будете всегда в катке их петь. Стендов за стенкой убивает меня. Туру-туру-та-та. Нормально? Давай рэп свой запишем, Даня. Будем петь. Мы назовемся Биба и Боба, понял? И будем песни петь нереальные. Имба. Ты Биба или Боба? А Боба. Все, я вынес. Не, я их не чувствую, Даня. Это вообще изичи какие-то. Я не знаю, мы уже три катки подряд выигрываем, учитывая то, что я вообще в двух разных катках одновременно играл. Я на зашел. У меня один, последний. Ноускопом последнего, чекай. Последних не бывает, бывают только крайние, Даня. А, зачем ты его убил? Я хотел ноускопом уничтожить. Потому что это моя игра. Моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. О, чекай, меня сейчас повысят. Меня тоже повысят сейчас до Феникса. Не может быть. Может быть, может быть. Плюс 6, пожалуйста, плюс повысь. Фух, мне ровно повысило до того звания, как надо. Капец. А меня не повысило. Кстати, заметил, в прошлой катке дали больше плюс ММР, ниже, чем да, это. Да. Пацаны, пожалуйста, наберите под этим видосом минимум 15 тысяч, а лучше 20 тысяч лайков, и выходит вторая часть легендарная. Это просто реально самое топовое, что мы делали с Магой. Поэтому, пожалуйста, поддержите лайком, комментарием. 20 тысяч лайков, я удаляю стендов. Да, Мага удаляет стендов, и мы летим, короче, одновременно также летим играть только в матчмейкинге, только катки. Это вообще будет жестко. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, и всем пока.